комнатах тепло, плита стабильно работает. Теперь в доме Игнатьковых из Звенигорода есть газ. Хозяин признается, о президентской программе узнал случайно. Оформлял документы на землю. Заехал в администрацию округа убедиться, что процесс идет по плану. Там-то ему и рассказали о социальной газификации. Мне в администрации подсказали, что есть возможность по президентской программе подать заявку, и будет проведен газ. Дали образец написания заявки. Заявку написал. За ее ходом следил онлайн. Осенью 22 года подписал договор с Мособлгазом. Тогда же утвердили проект. К декабрю все работы были завершены. Сделали быстро на самом деле. Разные бригады работали у них. Там копают одни, монтаж осуществляют другие. Внутри дома третья бригада. Эти свою работу сделали, уезжают, там другие приезжают. С 1 марта этого года социальная газификация стала бессрочной. Желающих на льготных условиях провести голубое топливо много. Здесь по населенному пункту много заявок было еще? В районе 200 заявок, там 180. Всего по Звенигороду. С 1 июня 2021 года в рамках президентского проекта заключили почти 5500 договоров, проложили около 200 километров сетей газоснабжения. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».